Дорогие друзья, через несколько минут наступит новый 2015 год. Как всегда, мы с волнением ждем этот праздник. Загадываем желания, дарим друг другу подарки. Радуемся замечательной традиции встречать Новый год в семейном кругу, с родными для нас людьми и друзьями. Атмосфера добра, внимания и щедрости согревает наши сердца, открывает их для светлых помыслов и благородных дел, вселяет надежду. Конечно, сейчас каждый думает прежде всего о благополучии своей семьи, желает здоровья и счастья своим родным. Из счастья и успеха каждого человека складывается процветание нашей России. Любовь к родине – одно из самых мощных, возвышающих чувств. Она в полной мере проявилась в братской поддержке жителей Крыма и Севастополя, когда они твердо решили вернуться в свой родной дом. Это событие навсегда останется важнейшей вехой в отечественной истории. Дорогие друзья, сейчас, когда мы подводим итоги уходящего года, хотел бы искренне поблагодарить вас за сплоченность и солидарность, за глубокие чувства правды, чести, справедливости, ответственности за судьбу своей страны, за неизменную готовность отстаивать интересы России, быть вместе с ней и в дни триумфа, и в пору испытаний, добиваться исполнения наших самых смелых и масштабных планов. Еще несколько лет назад Олимпийские игры в Сочи воспринимались как мечта, а она не просто сбылась. Мы не только подготовили и провели лучшую в истории зимнюю Олимпиаду, но и победили в ней. В этой победе заслуга всех граждан нашей страны. И самих олимпийцев, и тех, кто их поддержал. В наступающем году нам вместе предстоит решить немало задач. И год будет таким, каким мы сами его сделаем. Насколько эффективно, творчески, результативно будет трудиться каждый из нас. Других рецептов просто нет. И мы должны выполнить, реализовать все намеченное ради себя, ради наших детей, ради России. Друзья, Новый год на пороге. Пора встречать и сказать самые теплые слова своим близким. Сказать им спасибо за понимание и надежность, за терпение и заботу. Чем больше будет доброты и любви, тем увереннее и сильнее мы будем. А значит, и успеха обязательно добьемся. С праздником вас! С новым 2015 годом!